Ну что, друзья, наконец-то дождались, пришла весна, но, к сожалению, за окнами совсем не весенняя погода. А у нас сегодня на обзоре новый Hyundai Sonata. И в этом обзоре я расскажу вам, что мы проделали с этим автомобилем. Вам будет интересно, не переключайтесь. Автомобиль совершенно в новом кузове. Вот такой вот футуристичный, стильный дизайн. Конечно, машина выглядит классно. Но, несмотря на это, к сожалению, автомобили, которые выпускаются с завода, все равно подлежат некой доработке. И на этом автомобиле мы оклеили полностью всю переднюю часть полиуретановую пленку. На этот раз мы использовали самый качественный продукт, который есть на сегодняшний день на рынке. Это пленка фирмы Lumar. Очень часто к нам приезжают оклеивать автомобили полностью целиком. Но в данном случае мы оклеили только переднюю часть. Это на самом деле тоже считается одно из таких оптимальных решений для защиты кузова автомобиля. Давайте расскажу подетально, что конкретно здесь сделали. Оклеили полностью капот, соответственно, оптика передняя, передний бампер, крылья, зеркала, стоечки. На крыше полосочка вот сюда тоже легла, а также под ручками дверей. То есть это на самом деле считается такое вот оптимальное решение для защиты автомобиля. То есть вся нагрузка на автомобиль во время езды приходится как раз таки на переднюю часть машины. Соответственно, все камушки сюда именно летят. И поэтому на этом автомобиле мы заклеили только переднюю часть. Это считается тоже очень хорошей защитой. Также дополнительно на этом автомобиле клиент попросил, чтобы мы заклеили пороги, то есть вот эту вот внешнюю часть, а также задний бампер. Задний бампер тоже очень часто заказывают у нас клиенты такую услугу, несмотря на то, что передняя часть вся защищена, да, защита отличная, но задний бампер защитит ваш автомобиль и лакокрасочное покрытие от таких вот неправильных парковок, от притертостей различных, случайно где-то припарковались не так, случайно зацепили чем-нибудь, поэтому пленка на самом деле очень прочная, тем более, что, не забудьте, это Lumar, а Lumar у нас обладает такой высокой прочностью и толщиной материала, то есть один из самых толстых материалов в своем классе. Заднюю часть автомобиля мы затонировали в тонировочную пленку фирмы Lumar. На заднем стекле у нас пятерочка, на боковых стеклах пленка 15%. А также передние стекла затонировали атермальной пленкой, так как впереди лето. И если вы хотите комфортно себя ощущать в автомобиле, чтобы вам не жарило солнце, тогда всем рекомендуем тонировать передние стекла атермальной пленкой. Да, автомобиль бизнес-класса. Это совершенно не представительский автомобиль. Но несмотря на это, на этом автомобиле мы сделали еще одну очень интересную работу. Здесь мы оклеили полностью вот эти все глянцевые поверхности, включая все кнопочки, а также приборку, монитор. То есть вот эти все глянцевые поверхности защищены полностью максимально, тоже в полиуретановую пленку, а мониторы заклеены специальной пленкой, которая клеится на статику. К тому же она обладает таким вот антибликовым свойством. Антибликовая пленка хороша тем, что никаких бликов нет. Абсолютно. Вы можете смотреть спокойно в монитор, в приборку, не видя никакие дополнительные отражения. Это создает такой некий дополнительный комфорт. Несмотря на то, что, как я уже сказал, это не премиальный, не представительский класс, это всего лишь бизнес-класс, но очень часто к нам приезжают автомобили и гораздо ниже классом, которые также хотят защищать салоны автомобиля. Так же, как на этом автомобиле мы заклеили все глянцевые элементы, мы всегда рекомендуем. Сейчас, на самом деле, производители очень часто делают внутреннюю отделку как раз-таки преимущественно вот с этими вот глянцевыми панелями. Для того, чтобы их защищать, есть только одно решение – это пленка. К сожалению, никакие защитные покрытия, типа керамики, не поможет и не спасет. Поэтому мы рекомендуем пленку. Многие наши подписчики очень часто нас спрашивают в комментариях, где купить лекалы.
И давайте я все-таки поделюсь этой информацией с вами. Это наш такой вот отличный партнер, компания Extra Shield. Мы у них заказываем все эти лекалы, то есть они находятся в Москве, вырезают сразу готовые лекалы под, в принципе, любые модели, чем мы и благополучно пользуемся. Несмотря на то, что лекалы точные, четкие, вам в любом случае необходимо иметь профессиональные навыки и знания, как это правильно установить. Попробовав самостоятельно это сделать, есть риск. Во-первых, вы можете испортить пленку, во-вторых, вы можете повредить как монитор, так и все вот эти вот глянцевые штуки. Поэтому все-таки мы настоятельно рекомендуем обращаться к профессионалам, и в этом, конечно же, мы вам можем помочь. Поэтому не забывайте, записывайтесь к нам на все эти услуги. Также еще раз вам повторю, что данное решение, данная клейка может быть применена к абсолютно любому автомобилю, не только к бизнес-классу, представительскому автомобилю. Она подойдет для всех тех, кто любит и ценит свой автомобиль, кто хочет за ним ухаживать и хочет сохранить лакокрасочное покрытие на много времени. Это я сейчас говорю про комплексную защиту в полиуретановую пленку. Ну и по традиции давайте вам расскажу, сколько вся эта история стоит для клиента. Так, начнем с тонировки. Тонировка задней части автомобиля, пленка Люмар, у нас стоит 5900 рублей. Далее, дополнительная оклейка заднего бампера стоит 18 тысяч рублей. Тонировка передних стекол термальной пленкой стоит 3000 рублей. И оклейка морды автомобиля, вот то, что я вам все уже сказал, это стоит 80 тысяч рублей. Ну и, конечно же, салон. Вот оклейка этих элементов, вот то, что я вам сейчас показал, обошлась клиенту в 22 тысячи. In Miami, Dominicanos in the field like Poppy. I remember being stuck in the lobby, and I really glowed up. You can stop me, man. I lay my life down for my family. Yeah, yeah, yeah. Очень многие клиенты после просмотра наших обзоров звонят и интересуются стоимостью конкретно на его автомобиль, сколько будет стоить. Но учтите такой момент. Конкретно эта цена актуальна на сегодняшний день. Цены меняются периодически, да, то есть курс доллара растет, потому что все материалы, они покупаются из-за рубежа, соответственно, они все привязаны, к сожалению, к валюте. Дело в том, что у нас в России пленки такие не производятся. Поэтому цены могут иногда подниматься, иногда даже отпускаться. Все зависит от объемов работ, все зависит от клиента, потому что клиенты тоже бывают разные. Очень часто к нам приезжают такие клиенты, которые делают у нас, не знаю, там, по 10 машин в год, наверное, да. Соответственно, для этого клиента цена будет, возможно, другой. Ну и, конечно же, для новых клиентов мы также предоставляем скидки, но все скидки уже дополнительные какие-то, либо бонусы, они оговариваются отдельно. Мы свою работу любим, ценим и стараемся все наши проекты делать максимально качественно. А на этом я, наверное, буду с вами прощаться. Надеюсь, этот обзор вам понравился. Как всегда, жду ваши комментарии внизу под видео. Ну и все, ребят, пока!